Во многих музеях Перу я видела элементы текстиля, полотна, которые сохранились много веков с разными узорами, краски невероятные. Но то, что мы увидели вот в этом музее в городе Куско, я не ожидала этого увидеть. Там творит художник, всемирно известный. Его зовут Максимо Лаура. И вот какие картины он ткет. Ткет из шерсти. Посмотрите, это просто чудо. Thank you.
Это последняя картина. Фестиваль музыкантов стоит 13,5 тысяч американских долларов. А самая дешевая картина, выставленная в этом музее, была 2300 долларов, кажется. То есть это не картины, это, собственно, ковры. Вот на таких станках они ткутся, вот так много ниток задействовано. Тут написано, что в 2010 году Лаура был признан правительством Перу национальным живым сокровищем человечества. Эта важная награда вручается в соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО художнику, чья роль заключается в сохранении и развитии культуры своей родины. Вообще у него много международных наград разных, там выставлены разные дипломы и все такое, его знают во всем мире. В одной из комнат музея стоит станок, на котором художник-ткач делает свой очередной ковер, картину. Вот видно, сколько разных цветов ниток он использует, шерсть. И там вот написано, что искусство лучше, когда им делятся с окружающими. Вот, поэтому Максимо Лаура хочет, чтобы его ковры рекламировались на интернете. Вот этим я сейчас и занимаюсь. Я делаю фильм про его ковры, чтобы все люди знали. И если кто-то захочет купить шикарное произведение искусства, ну, наверное, могут найти где-то на интернете контакты, каталоги и купить себе такой шикарнейший ковер. Вот из разных-разных ниток. Сделан в Перу художником знаменитым. Вы видели? Мне удалось заснять, как Максимо работает над своим очередным шедевром. Это было потрясающе. Живой художник, живая легенда. Ну и тут еще по телевизору показывают технологию ткачества. Вот. Интересно очень музей. В общем, будете, если то, обязательно сходите. Город Куско, музей текстиля. Обязательно туда сходите. И купите картину, если у вас есть деньги, если вы любите красоту.